Спасибо, друзья. Ну что ж, двигаемся дальше. Еще одна новая песня, которую мы недавно написали коллективом «Руслан Вега» совместно. Песня называется «Острова». С наилучшими пожеланиями, друзья. Давайте ручки поднимем. Все здесь, друзья. Еще. Вот он, хорошо. Вижу. Можно опустить руки. Все слышим, друзья. Спасибо огромное. Вот такая вот простая, душевная, веселая песня. Ну что ж, двигаемся дальше. И сейчас хотим исполнить песню, которую также написали совместно с Михаилом Бацериевым. Песня, которая называется «Одиночество». Я хочу пожелать вам всем в этот замечательный день, чтобы вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не испытали этого чувства.
знаете, друзья, у каждого человека есть своя мечта. Кто-то верит и мечтает о настоящей, честной, искренней дружбе, кто-то единственной и верной любви. Я хочу, и мы хотим всем пожелать вам сегодня, здесь и сейчас, чтобы все ваши мечты сбывались. Идите к своей мечте, верьте в свою мечту. Спасибо вам огромное, друзья. Ну что ж, в преддверии 9 мая, Дня Победы, мы сейчас исполним для вас одну потрясающую песню, которую написали, не побоюсь этого слова, наши друзья, Александр Малышенко и Александр Жумов. Огромное вам спасибо за эту потрясающую песню, которая называется «За Россию». Отец был на войне, и даже мать.
ощущать, когда ее незваный гость тревожит. И было там всегда, и будет впредь. Стоят на страже рубежей отчизны, вещь ее величие и твердь. Друзья, еще одна отличная песня под настроение. Весна, солнце, тепло плюс 26, да, сегодня? 23? 30? Потеплело, надо было в пуховике ехать. Ну что ж, друзья, еще одна отличная песня, которая называется «Иду по улице». Yeah.
Песню самую, на мой взгляд, потрясающую, которую написали великие люди Марк Фраткин и Михаил Плецковский. Песня называется «Красный конь». Друзья, у каждого есть сейчас телефон и векс технологий. Давайте вот включим фонарики и вот так вот покачаем, друзья. Еще, еще, еще больше света дайте, друзья, больше света. Наверху, молодежь! Еще, еще, еще. Thank you.
Спасибо огромное, Геннадий, это было чудесно. Вы знаете, друзья, сейчас мы исполним для вас песню веселую. Недавно услышал эту песню, наш друг презентовал, сказал, что вот у меня есть песня, послушайте. Там такой припев, я сейчас попробую зачитать вам. Вообще песня с двойным смыслом, на самом деле, но тем не менее. А в мире опять неспокойно, повсюду делают деньги. На деньги купят новые бомбы, и всех нас накроет волна. Песня о том, что... Волна здесь каждый... новая волна, как стиль. Да. Дело в том, что каждый день в нашей стране и вообще по всему миру появляются молодые, потрясающие музыканты, вокалисты, гитаристы, пианисты, басисты. Никого не обидел? Вот. Они вырастают, становятся профессионалами, и нас накрывает волной потока звука. Песня именно об этом. Называется она «Опытный музыкант». Игривая, веселая песня для поднятия настроения. Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. И следующую песню, которую мы исполним, это абсолютно экспромт, потому что мы, как музыканты, ничего не боимся. Мы экспериментируем со звуком, мы экспериментируем со стилистикой музыкальной. Сейчас исполним рэп для поклонников, я вижу. Молодежь есть в зале? Поднимите руки. Вот, отлично, для вас. Потому что музыка для музыканта это все, это настроение, это любовь, это жизнь. И драки, и шут. И если лайнер закончит свой маршрут, музыка мой парашют. Я не верю в судьбу, и что такого? Это просто слово и ничего нового. Верю в удачу, она более толковая. Музыка моя подкова.
Голос улиц раздается из квартир. К сожалению, мир больше похож на тех. И если ты прицел и потерялся ориентир, музыка мы проводы. My life график лежит через пустыни, как по песку, словно бедуины. Мимо сверкающих огней, мимо ветрил. Музыка адреналин. Когда твой разум не власти над телом, и обезумевший от злости мир под прицелом. Музыка мой парабелл, растрачивая жизнь в поисках Эльдорадо. Не надо золота, драгоценности не надо, и после дневня с градом по автостраде. Музыка моя пограда, с роду не лезь в воду, не зная брода. Жить в четырех стенах, не видя небосвода, когда не спится от заката до восхода. И потом поднять его и на шее нацепить золото распятие. Пройти свой путь, чтобы понять это. Музыка моя проклятие. Докурю сигарету, подкину монету. Как обычно иду против ветра по этой планете, как по парапету. Докурю сигарету, подкину монету. Как обычно иду против ветра. Чуть попозже. Сейчас еще одна новая композиция, которая называется «Питер, Москва». Дождь, словно киносюжет и продолжение.
грязи ждешь каждый московский дождь. Словно кино сюжет и продолжения нет, но вопреки небес снова с тобой в Москве. Спасибо, мне первая реакция очень понравилась. Спасибо огромное, друзья. Ну что ж, и еще одна новая композиция, которую написали потрясающие люди Дмитрий Минаев и Александр Жумов. Огромное спасибо вам за это. Александр Васильевич сегодня в зале. Александр Васильевич, спасибо огромное вам за потрясающую песню, за потрясающие эмоции, за то, что вы с нами. Спасибо огромное. Ну и, друзья, песня о том, что каждый человек волен выбирать свой путь, свою дорогу. И то, каким она будет, зависит только от вас. We'll be right back.
Спасибо огромное, друзья. Ну что ж, двигаемся дальше. Я недавно написал некоторые одно из четверостишек. Сейчас попробую для вас воспроизвести, правильно? Да. Геннадий Владимирович, поможете мне? Да.